В Могилеве накануне взорвали школу, никто не пострадал. Оно и понятно, ведь снос здания был запланирован сотрудниками МЧС. Некогда эта постройка носила гордое звание образовательного учреждения номер 8. Однако для самой постройки уже давно прозвенел последний звонок. Ее коридоры не слышали детского смеха последние 10 лет. На подготовку к сносу понадобилось 3 недели времени, а также 40 килограммов взрывчатки. Пару минут, и Могилевская школа номер 8 навсегда ушла в историю города.